Антиглобалистское движение должно стать глобальным, потому что без того, чтобы движение стало глобальным, невозможно победить другие глобальные движения. Невозможно победить ту сеть международных организаций, которая проталкивает свою повестку и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Латинской Америке, и в каких-то арабских странах, и в Азии, и так далее, и так далее. Движение за отказ от глобального государства должно также быть глобальным. Здесь нет противоречия. В противном случае мы навсегда проиграем людям леворадикальных взглядов. Да, коммунисты любят поругаться между собой, но глобально они двигают мир в сторону тотального государства, в сторону тотальной же глобальной власти, в сторону разрушения институтов местного самоуправления, локального принятия решений. Глобально эта перемена происходит. А потом они начинают ругаться о деталях. Насколько успокаивает, что они потом ругаются о деталях, если по существу, да, глобально они добились тех перемен, за которые боролись. Их же нужно на этом этапе остановить.